Приветствую на своем канале. Сегодня от нечего делать. Окашивал траву. Вокруг коттеджа. Так, этот трипер надо тоже куда-то пристроить. Что-то я подзабил в последнее время на все. Ну, стройка века просто. Начинает зарастать кустарником. То здесь по-хорошему тоже надо уже начинать косить. Наверное, не буду. Подожду октября. Или конца сентября. Сразу все под одно сделаю и начну, наверное, копать под фундамент. Так. Попиле. Чемпион 240. Возникли проблемы. Сначала как бы товарищ, которому я ее продал, предъявил мне за негативный отзыв. Потом удалил его через сайт Авито сам. Так, пообщались мы с ним тут часа три, наверное. То есть пришли к какому-то консенсусу. Я как бы написал уже другой отзыв. Он мне предложил 500 рублей компенсации за скрытые повреждения, на что я отказался. По одной причине, что все это может выглядеть так, что я ебал человеку мозги 2 часа, чтобы получить какую-то компенсацию. То есть, возможно, человек на самом деле не виноват. Как бы он мне писал, что покупал пилу бушную. Возможно, до него пилу кто-то шпилил. Ну, а ему просто продали с чутка задранной поршневой. Ну, наподобие такой же пилы, как я покупал 130-ю Хускварна. То есть, была закосанная поршневая, но пила как-то заводилась еще более-менее. Ну, возможно, он просто ее окончательно убил. Дело как бы не в этом. Факт остается фактом, что запчасти найти просто проблема. Все на заказ. Везде надо ждать. Пока не знаю, где я буду заказывать. Завтра буду думать над этим вопросом. Так, ладно, все, лирика. Сейчас надо будет маленько тут подлохматить липу. Здесь такая куча яблок. Липовый сорт. Когда падают, более-менее вкусные. А когда на ветке, похоже на солому. Так. Пила хьютер. Поставил на нее. Уплотнительное кольцо от Дензела. То есть плоская резина. Течь прекратился. Сейчас зальем бензинчик вот эти вот кусты маленько под шаманю. Тут с бензокосой туда добраться вообще тяжко. Кстати, бензопилу я выставил на Авито за пятак. Если кто-то захочет купить, ну, за 4500 отдам. А так пилу я решил оставить себе. Не вижу смысла продавать ее за копейки. По одной причине, что сейчас цены растут. И, например, сегодня в одной конторе, где я иногда закупаюсь запчастями, мне сказали, что как бы пацаны из Питера, которые занимаются запчастями бензопилы Чемпион, сказали, что запчасти уже как бы 2 счетчика будут стоить.
Такие вот дела. Поэтому видос, который я снимал по запчастям для бензопилы Чемпион 240, скорее всего, уже не актуальны. Хотя, как бы, мне уже пишут, что на Алиэкспресс запчасти стоят копейки, но как бы я заказывал несколько раз с интернета. Просто сидишь, ждешь 2 месяца какой-то товар. То он в Питере, то не в Питере. То в России, то не в России. То он уже на почте. Приходишь на почту. Там ни хера нет. Потом через полгода к тебе с почты прибегает бешеный, блядь, почтальон. С криками, какого хера ты не забираешь свою посылку полгода, блядь. Ну, как бы, доводы, что ты к ним ходишь каждый месяц на протяжении этого полгода и не можешь найти свою посылку, их как-то мало ебет. Ну, вот другое дело. Тебе тут можно как-то передвигаться. Конечно, тут все яблоки бы собрать. Если, конечно, не съесть, то понадкусывать каждое. Ну, а теперь отставим лирическое заключение. То есть резал я тут под корешок и вот так вот пропилил щебенку. То есть правым зубом цепи настал конец. То есть цепь под заточку идет. Но поскольку хьютер остается у меня, для всяких раскорчевок все-таки передумал его продавать. Не вижу смысла. Как говорится, такая корова нужна самому. Не знаю пока зачем. Просто есть у меня одна затея. Сделать наподобие какой-то гильотины. И вот так вот, чтобы пилить в размер, например, доски или какие-то спилы, как пилит выживание в селе канал. Там просто бревна на пятаки режут, потом что-то им обшивают. Поэтому не вижу смысла продавать пилу. Цепь я заточу потом. Но сейчас надо вот эти ветки отнести куда-нибудь в сторону. Осенью будем сжечь весь трипер. Я вообще вот эту липу как бы спилил полностью, но не завершает мне. Вот это яблоню, конечно, тоже маленько покоцать, чтобы все было четко. Поскольку мне вот это вот хитрое сплетение ветвей как-то немного подбешивает. Даже хотя бы вот эту вот одну чирикнуть, и уже было бы совсем другое дело. Просто туда все обкашивать никак не подлезешь. Так что хьютер остается у меня. Карвер промо второй сезон израсходовал 22 литра. Ничего не заклинило. Газпол без передыху. По 3-4 бачка за раз. То есть 2 литра это примерно 3 бака. Вот за сегодня все вот это вот обкосил. Вот это весь участок. Поэтому скоро будет, наверное, видео по воровской нано-целе, пиле цепной. Ручку уже высыла, осталось мне одну приблуду к ней прикупить. И уже выйдем в лес. Снимем, как она пилит, поскольку сухое дерево ручной воровской нанопилой вообще, на мой взгляд, вспотеешь пилить. Поэтому на что-то свежак. Можно было, конечно, вот эту липу чирикнуть. Но я думаю, в лесу что-нибудь другое найдем. Более толстое. Ну, а на сегодня я свое видео заканчиваю. Всем пока. Так, кстати, еще, наверное, выложу видос, как я ездил в Леруа Мерлен проездом. Был там
Но, если честно, мне тамошний ассортимент бензопил не впечатлил.